Это какой-то мужик. В первом слове, да. Какой-то мужик, да? Он и есть, да? Самый тот, который я когда говорил. Так, хорошо. Гигант мысли. Это все еще первое слово? Да? Ага, понятно. Мужлан. Нет, это вообще не то, да? Ну, давайте пока пускаем. Медведь. Бык. Медведь. Топтун. Медведь. Косолапый. Медвежий. А, нет. И медвежатник. Есть же такие мужики. Нет, медведь, нет. Продолжай показывать, пофигу. Волосатый мужик. А-а-а. Шкура, да. Нет, это нет. Второе слово. Давай вам. Это курица. Петух. Не птица, птица. Жаль, птица. Ряба. Рябчик. Рябушка. Подожди, мужик, рябчик. Нет, первое слово вообще нет. Первое слово. Волосатый. Первое слово, нет? Медведь. Ага, медведь. Понял. А второе? Медведь. Плюс ряба. Ага, понятно. Понятно. Это вместе слово обычно называется. Нет, не совсем. Это два вместе. Ага, понятно, понятно, два понятно. Слова, в общем, все, раздельно. Первое давай еще раз. Ну это понятно. Тело, да. Тело. Образ человеческий. Ну ты, короче. Да, идешь. Идешь. Передвигаешься. Походка какая-то. Медвежья. Ну, медвежья, блин, что ж. Кабанья какая. Ну, накачанный такой весь. Накачанный. Накачанная ряба. Ну, короче, это все про Мишку, я понял. Угу, я понял. Так. Так. Как она его назовет? Нормально. Слушай, я, оказывается, так выгляжу со стороны. Слышал, он никогда не будет. Он так со стороны, я знаю, он так выглядит.